60... Хей-хей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Хелье! Вы смотрите канал Хелплей! Рад вас всех приветствовать на нем! Мы продолжаем серию под названием Troll Face Quest. На этот раз пятая часть. Предыдущий выпуск набрал достаточное количество лайков, который сигнализировал о том, что вам нравится и вы хотите посмотреть еще. Сегодня нас ожидают новые интересные ситуации, вернее, ситуации обычные вроде бы, а вот решения их очень интересные, нелогичные и бредовые. Как вы видите, Troll Face Quest опять выполнен в футбольном стиле. Видимо, предыдущий был в олимпийском, а это будет, видимо, связано все с футболом. Давайте перед тем, как продолжим. Раз, два, три... Бро-чай! За ваше здоровье, друзья! Не хворайте, не болейте! Ну и поехали, я думаю! Итак, значит, болельщики ликуют, выносят что-то непонятное, и это, оказывается, тролль-кубок! Это мы, я так понимаю, а это тролль... Давайте назовем его тролль-дино! Знаете, как Рональдин, ну, вы понимаете, да? Ну, потому что он похож на него, явно делали под него. Окей, тролльку... О, погодите! Чисто случайно, друзья! Просто увидел, что превратилась мышка в эту и решил кликнуть. Все, прошли. Не знаю, на самом деле, долго ли мы. И смотрите, в левом верхнем углу клики считаются теперь. Смотрите, как интересно. Теперь считаются клики. Так, окей, стоит огромный бугай. Давайте сразу попытаемся найти что-нибудь параллельно. А, так. Так, и... Они не кликаются больше. Так. Нет. Хорошо, так, тогда так. А, так. Экономим клики, так. Мы достали красную карточку, как судья, и да, и таким образом удаляем его, так сказать, с поля и проходим. Хорошо, идем дальше. Так, давайте сразу найдем что-нибудь постороннее. Ну, кроме мяча. Так. Все очень просто, окей. Так, давайте сразу опять поищем что-нибудь постороннее. Нет? Окей, мы его взорвали. Я понял, то есть нам надо... Да. Нам не надо его взрывать, нам надо его надуть до нужного количества. Так, заключенный собирается купить себе футболочку. Активный у нас только... Нет, заключенный не активен. Так... Выход нет, тут уже не нажимается. Так. Нет. Не зажимается. Хм, странно. Так, погодите. Хм. Ничего не зажимается. И если много раз нажимать, ничего не получается. Так, погодите, давайте. Давайте найдем решение. Хм. Может быть, где-то вот тут надо нажать на него? А! Так, и что? Все? А, мы типа стали судьей, я понял. Водка 45 градусов. Так, погодите. Суперпауэр, окей, и... Все очень просто, друзья. И показывают, как мы пришли на поле и начали бегать как сумасшедшие. Так, охрана, сразу на сюда не нажимаем. Давайте нажмем сюда. А. Так. Все! Все очень просто. Не... Вот так опять. А, барабаны не нажимаются. Хотел сказать, барабан не нажимаем. Так, и что? А! Понятно. Так, мы проиграли, стоп. А! Я понял, окей, это было забавно. Так, хорошо, дуделки, светофор. А, проиграли. Так, стоп, нет, их, получается, не надо. Нет, так, хорошо. На него никак не нажать. А, я понял. А последнее для кого? А! Окей!
Так, а, разломанная нахрен нога какая-то опухшая, переломанная. Есть шприц и есть вот что. Окей, охрененный врач, как у меня в больничке. Так, сразу же, а, давайте, так, ага, не нажимаем на кресло, ищем что-то другое. Так. Урба. Так, ну пока я вижу только... А, вот, погодите. А, нет, ну это кресло, да. Так, окей, хорошо. А, ну вот у нас есть... Так. И какашку сделали ему. Я не понял, просто нажали и выбрали. Окей, это даже не загадка. То есть нам просто дали сделать действие. Это то есть даже не было загадкой. Ты как бы по-любому нажимаешь на кресло, и там дают тебе уже только по-любому его голову. Окей. Так, 1-0. А, не трогать. Так, хорошо, когда мы пытаемся, ну-ка. Да, когда мы пытаемся дотронуть, судья против нас. То есть его купил вот этот вот ублюдок. И он нам загоняет... А! Окей, все очень просто. Так, а тут на этот раз так не работает. Окей, можем кликнуть до парня. А, все, это нас, я так понимаю, это, короче говоря, нас обманули. Не надо кликать туда. Все? Да, все, то есть даже нет загадки. То есть решается, один раз кликнули, увидели, что банановая кожура, и все, как бы, и не кликаете. Так, давайте сразу найдем кого-нибудь активного. А не пассивного. Я вижу мусорку. А, так, а, ну... Все? И вонючий... А, и мы проходим. Все. А, они, конечно, побрезговали, а мы нет. Так, а... Так, хорошо, здесь нам что надо делать? Затыкать... Нет, и он полностью взорвался, и мы упали. А, вот парашют, погодите. И мы просто выпрыгиваем с парашюта. Все, и мы прошли. Окей. Так, болельщики, ничего, тролль на этот раз не активен. Хоккеист. Так, непонятно. А вот. Оле-оле, Тим Канада. Боже, бред. Так, мячи. А, все они неактивны. Этот парень неактивен. Этот парень неактивен. Он говорит, мяч бы. Как я, говорит, пинаю его, забиваю го... Так, понятно. И... А, и мы прошли. Так, тут фанатская драка типичная. Может быть, надо сделать ничью? Ну-ка. Так, нет, погодите, их что-то не устраивает. Так, а если мы одну сделаем? Так, погодите, давайте пробуем найти какую-нибудь из толпы. Мне кажется, счет тут ни при чем. Ха. Так. Может быть, потом надо кликнуть на них? То есть ты как бы делаешь какую-то цифру и... И типа активируется что-то. Видимо, так. Блин, ну на самом деле мы будем очень долго это делать. И что? Так, погодите. Точно ничего здесь нельзя активировать? Нет. Так, окей, вот она первая загвоздка. Thank you.
2-2, нет. Где-то, наверное, есть подсказка, но... Я ее не вижу. Как курицы кудахчат. Ох, так. Так, друзья. Я вспомнил песню, знаете, Аргентина-Ямайка 5-0, может быть, 5-0. Помните? Аргентина-Ямайка 5-0. Нет! Какая боль! Какая боль! Не проходится левел! 17 кликов! Да дохрена уже кликов сделали! Так. Нет, не работает. А! 60... Просто того делаю 60-й. Так, по мячу бить я сразу не буду, стопудово не сработает. Погодите. Все. Так, тут тоже не бьем. А, погодите, смотрите. Тут колонна с мешка. Футбол Тролл Кап. А. «89-35, он бьет, облетает вокруг земли и выпадает ему в затылок. Но он забивает. 1-0, и он забирает кубок. Вот так вот, друзья. Ну что ж, это был, наверное, самый легкий тролл Face Quest. Проходится очень быстро. Вообще, без каких-либо проблем. Все понятно, большинство. Ну, вообще, мы уже приноровились. Я уже понял, что искать вот то, что тебе суют, ну, вообще можно не трогать. Можно смело сразу шарить мышкой по другим местам, потому что то, что тебе пихают, стопудово не сработает. Друзья, я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Как только наберется 1500 лайков, мы с вами пройдем 6-ю часть. По-моему, она будет последняя. И узнаем, что там. Короче говоря, подписывайтесь на канал, добавляйте друзьяшки ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме и группу ВКонтакте, и также у нас есть канал на Твиче, там проходят прямые трансляции. И плагин автоматического уведомления, если не потому, сейчас временно не работает, потому что YouTube сменил API, обновил до новой версии, поэтому сейчас там пока переделывается все. В общем, все ссылки в описании под видео, а с вами был Сергей Хлье, не хворайте, не болейте, и, не знаю, занимайтесь спортом, это хорошо. Футбол тоже прекрасный вид спорта. Помню, в детстве целыми днями во дворе гоняли. Сейчас я стал старше и уже ни друзей, ни футбола. Ладно, всем пока. Так, тролль дерева. Очень довольная собой. Так. Хорошо, мы его врубили, и оно упало на нас. А, опа. Вот кто играет в дотку. А я нет. А вот.